Бегут трудовые резервы, офисные сотрудники, дети, подростки, молодежь и пенсионеры. Бегут семьями и целыми организациями. Фестиваль «Бега королевы спорта» собрал под свои знамена более 1500 любителей легкой атлетики не только Самары и области, но и соседних регионов. Первые победители на дистанции 10 километров – профессиональные спортсмены из Тольятти, чемпионы страны по горному бегу. Это промежуточный старт для подготовки к чемпионату России. Мне нравится больше в группе бежать, чтобы конкуренция была и результат так намного выше. Мастер спорта Любовь Добровольская пробежала дистанцию в удовольствие. Отставание от личного рекорда почти в минуту. Мама двоих детей уверена, когда ребята повзрослеют, от нее отставать не будут. Сын больше творческий, а дочь пока еще, ей 3 годика, но она как бы говорит, я вырасту, буду бегать, как ты, с тобой буду бегать. Каждый спортсмен мог выбрать дистанцию по своему усмотрению. 600 метров, 3, 5, 10 километров и полумарафон. Отличается фестиваль и своей оригинальностью. Есть костюмированный забег и корпоративный, семейный и на роликах. Роллеры, да, это новенькое. Эту историю мы увидели, соответственно, на одних из соревнований, когда перед марафоном был заезд роллеров. И так как роллерское движение, оно тоже набирает обороты, мы решили по нашему обновленному асфальту Волжский проспект Максима Горького их запустить. И достаточно большое количество, порядка там 70 человек выйдет на старт. 3-10 километров. Без медалей на фестивале «Бега королевы спорта» никто из участников не остался. Каждый получил награду. Свою дистанцию пробежал и руководитель городского департамента спорта Дмитрий Чеканов. Как говорил один замечательный человек, со спортом не надо дружить, спортом надо заниматься. Поэтому, когда ты спортом занимаешься, ты всегда ставишь себе определенную цель, этой цели добиваешься. Как и все сегодняшние спортсмены, я думаю, что все покажут свой лучший результат, пробегут и получат максимальное удовольствие от этого замечательного дня, замечательной погоды и то, что у нас наш забег проходит в праздник, в День России. Фестиваль «Бега королевы спорта» – это только начало легкоатлетического сезона в Самаре. В конце июня спортсменов ждут первенство и чемпионат области. Лучшие бегуны поедут на всероссийские соревнования. Они пройдут в начале августа в Чебоксарах. А 21 числа того же месяца состоится традиционный самарский марафон. На старт выйдет порядка 5000 участников. Это новый рекорд соревнований. Завершится сезон спартакиады страны в конце лета. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.